Сборная Молдавии крупно проиграла Хорватии в отборочном матче молодежного чемпионата Европы 2019 со счетом 0-4. Самый жесткий гол был забит на 50-й минуте. Никола Влашич, выступающий за Эвертон, не сильно пробил головой после подачи углового. Вратарь Николай Чеботарей хотел забрать мяч после приземления, но тот подло отскочил киперу между ног и попал в сетку. Молдавия уже лишилась шансов на попадание на молодежный Евро-2019. Влашич провел 16 матчей за Эвертон, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube.